сегодня филистимлянин ли я, вы, рабы Сауловы? Выберите себе человека и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами. Сегодня я посрамляю полки израильские, дайте мне человека, мы сразимся вдвоем. Что, ты идешь на меня палкой, разве я собака? Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. Ты идешь против меня с копьем и мечом, а я против тебя во имя Господа Саваоф. Ныне предаст тебя Господь в руки мои. Я убью тебя, и узнает весь мир, что есть Бог в Израиле.